Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Михаил, и вы находитесь на канале Виконста. Поздравляю всех с наступившим 2018 годом. Желаю счастья, здоровья, успеха во всех начинаниях, а также больших заработков в интернете и не только. Сегодня в видеоролике речь пойдет о бирже Binance. В предыдущем видеоролике я записывал разговор о том, что нужно прикупить вот такие вот две монеты. Первая TRX, вторая OAX. Как знаете, я 26 числа закупился этими монетами и в таблице Excel создал такой вот лист небольшой. И я здесь написал, сколько денег я завел, количество монет, цена монеты в долларах и того, сколько денег я вложил. Как видите, 1760 долларов я завел. И можете глянуть, сейчас уже у меня на балансе 2419. Если обновить, то он меняется то в большую, то в меньшую сторону, но уже перевалил за 2000 долларов. То есть ниже 2200 он не падает, то есть мой баланс. И давайте сейчас посчитаем, сколько у меня, по идее, на данный момент чистой прибыли. 2415 мы отнимем 1760 долларов. Итак, 655. Эта цифра не окончательная, она может колебаться движениями то вниз, то вверх, поэтому кто хочет, может, конечно, зафиксировать прибыль, но я буду ждать хотя бы, чтобы у меня на балансе было минимум 3,5-4 тысячи долларов. Тогда, возможно, я буду потихоньку уже выводить отсюда часть прибыли. Сегодня сделал пробный вывод. Как видите, давайте перейдем в мою историю. И сегодня я выводил эфир классический на биржу Exmo. После этого я здесь ее обменял на биткоин. Вот, давайте посмотрим мою историю. Вот сегодня 14.14 я продал. И после того, как я поменял на биткоин, я перевел себе на кошелек уже в гривны и вывел себе на карточку. Обмен произошел как бы мгновенно. Я завел сюда биткоин, поменял на гривны. Получилось у меня 0.015.45.21 биткоинов. В сатошах я не знаю сколько. Мне оно поменялось на 607 гривен. На карточку мне поступило 597 гривен. Если это перевести в рубли по курсу 2.15, то это 1283 рубля. Если перевести гривны в доллары, то это в районе... Давайте еще раз. 607 поделим на 28. Это в районе 22 долларов я вывел себе на карточку. Деньги пришли в течение 5 минут. С биржи Binance на биржу Exmo мне пришли эти как бы сатоши где-то за минут 25. То есть вообще никаких проблем нету с выводом этих денег. Возможно было еще обменять через биржу, а также через сайт BestChange. Но я посмотрел здесь по комиссии, по выводу, она как бы вообще... невыгодно. Вы теряете порядка 15% только на обмене. Поэтому проще всего выводить на биржу Exmo и потом уже выводить себе либо на карточки, либо на электронные кошельки Perfect Money, там Advanced Cash. То есть сюда можно, то есть выводить на тот кошелек, который вам удобен. Поэтому ссылку на биржу Exmo и на биржу Binance я оставлю в описании. За верификацию и регистрацию рассказывать не буду. Кому интересно, посмотрите мой предыдущий ролик. Ну а пока будем наблюдать за движением этой криптовалюты под названием TRX и OAX. Как видите, цена сейчас 0.05 доллара, то есть 5 центов. Была она 3 цента. Не в 2, но в 1,4, где-то в полтора раза, как бы она уже поднялась.
И это еще не предел. Если по графику можно посмотреть, то точка возрастания самой, получается, линии, которая дает рост криптовалюте, она была здесь. И перелома тренда, который будет идти вниз, его не было до сих пор. Поэтому я думаю, что по капитализации эта монета возрастает в разы. Давайте перейдем на сайт CoinMarketCap. И по моим наблюдениям, TRX Tron поднялся на 12 или 13 позиций буквально за полторы или за 2 недели. Очень большой прирост и очень много денег в него вливают. Я не знаю, с чем это связано, но есть небольшие новости. В 2018 году, в первом квартале, во втором, то есть начинают его активно рекламировать, и люди начали в него вливать хорошо деньги. То есть он на 18 месте, капитализация у него, как видите, вот эту сумму. И она уже как бы еще немного и хотя бы войдет в десятку, я думаю. Поэтому здесь как бы смотрите сами, вложите хотя бы 100 долларов через, не знаю, полгода, через год. Это по моему мнению, может быть так и не случится. Ваши 100 превратятся минимум в 1000 долларов и так далее. Люди, которые покупали в начале биткоин по 500 долларов, они тоже как бы, может быть, и ни на что не надеялись. Ну, сейчас как бы он стоит 13 378, то вверх, то вниз. Понятно, что они даже и не догадывались, что он будет стоить таких денег. А кто купил их там 100 или 200 биткоинов, сейчас миллионеры. Поэтому думайте сами. Сейчас мир криптовалют пошел, поэтому пока есть возможность, зарабатывайте. В реальных условиях вы этих денег никогда в жизни не заработаете, ни на какой работе. Поэтому покамест за этот крипторынок на земле очень мало известно. Я думаю, что процентов 5 из всех даже участвуют в этом всем. Остальные даже и не догадываются, что можно здесь как бы заработать. Как бы если это дело все потихонечку раскрутится, то я думаю, часть криптовалют, в которых есть серьезная капитализация и рынок в них заинтересован, они будут внедрять какие-то технологии, то обязательно эти криптовалюты останутся. А те монеты, которые не прикреплены ни к чему, то есть как бы надуваются как пузырь и не имеют принадлежности к каким-то технологиям, то соответственно у них нет дальнейшего развития. Поэтому смотрите, интересуйтесь, читайте новости. Буду по возможности делиться с вами информацией по поводу криптовалют. А по поводу буксов, и сейчас я рассматриваю 2 или 3 новых буксов. Со временем я добавлю их в свой инвестиционный портфель, но сейчас я не спешу, потому что как бы особого смысла после Нового года сразу начинать нет. Возможно, это будет сразу же и проекты, которые не будут платить. Поэтому, как бы, часть моего трафика, который я буду заливать на канал, будет связана непосредственно с криптовалютой. Если посчитать по заработку на данный момент, то я практически за неделю заработал 600 долларов. Я их могу вывести, но как бы пусть они лучше у меня здесь лежат. И может быть часть из них я опять перевложу в какую-то другую монету. И буду записывать по возможности видеоролики о продвижении или о каких-то других новостях. Так что кому интересно, обязательно подписываемся на наш телеграм-чат. Ссылку я буду оставлять в описании. Регистрируемся на биржах Exmo и регистрируемся на Binance и покупаем криптовалюту. То есть, по идее, если вы зарегистрируетесь даже на бирже Exmo и у вас есть деньги на карточке, то самый простой вариант, это самый такой простой, который вы можете использовать, если у вас рублевая карточка. Вы можете пополнить с помощью AdvanCash, Payeer, OkPay или
Я не знаю, что это за платежная система. Пусть даже если у вас есть карточка там, Сбербанка, не знаю, перешли в обменник, выбрали ее. Так же самое, ну, касается российские, украинские, казахстанские карточки, без разницы. Выбрали Сбербанк, выбрали Payeer, к примеру. Где он здесь у нас? Так, ну, к примеру, не Payeer, а даже Perfect Money. Выбрали, перевели себе на кошелек Perfect Money, там определенную сумму денег. После этого зашли обратно на свой кошелек. В долларах здесь пополнили с помощью Perfect Money. То есть вообще никаких проблем нет. Купили здесь какую-то, не знаю, валюту. Тот же самый эфир классический, или обычный эфир, или Ripple. Будет у вас он на кошельке, то есть покупка и продажа очень простая. Здесь вы выбираете ту валюту, которую вы хотите купить. Здесь смотрите, за сколько ее как бы продают, это ваша цена будет, за сколько вы будете ее покупать. А это цена, за которую вы будете продавать. То есть если я хочу купить один Ripple, я куплю по вот этой цене. Если я хочу продать один Ripple, то у меня купят его по вот этой цене. Либо вам нужно самим будет выставлять. Купили Ripple, перешли на кошелек. Он, к примеру, у вас здесь будет отображаться. Нажали вывести. Здесь выбрали сумму, сколько вы получите, адрес кошелька. Переходите сюда, выбираете этот же самый Ripple. Сюда нажимаете депозит. Ну, сейчас депозиты не принимаются, но со временем это исправится, я не знаю, с чем это связано. Такого не было. Ну, к примеру, другая какая-то валюта, то пусть даже будет этот эфир классический. Нажимаем депозит, все, вот этот кошелек скопировали, он у вас скопирован. Теперь здесь не Ripple, а выбираем эфир. Где он у нас здесь? ЕТК. Нажимаем вывести. Вставляете адрес кошелька, сколько эфиров вы здесь купили, переводите. Все, через 30 минут у вас эти деньги на кошельке. Потом заходите, меняете этот эфир классический на какую-то другую относительно, ну, либо биткоина, либо эфир. Выбираете здесь, ну, я в основном на биткоин меняю. ЕТК. Меняете ЕТК на биткоин. И у вас уже деньги становятся в биткоинах. То есть, если у вас, к примеру, есть 10 эфиров, ну, классических, так, к примеру, выбираете цену, по которой вы будете их покупать, ну, 22.15. Сюда выбираете максимум, если вы будете продавать его, выбираете цену, продаете, сколько максимум у вас 10 будет, нажимаете sell, у вас его покупает по вот этой цене кто-то, деньги вам перечисляются в биткоинах. А потом относительно биткоина покупаете этот же самый трон. Сюда заходите, выбираете цену по покупке. Сюда вводите, сколько вы хотите купить. Там, например, 2 трона, нажимаете. Или там 50 тысяч, к примеру, нажимаете. Все. Переходите в свой кошелек. У вас уже здесь он как бы будет. То есть ничего сложного нет. Ну, кому непонятно, я могу подсказать. Можем об этом поговорить, обсудить, то есть никаких проблем с этим нет. Не упускайте возможность, где вы даже заработаете $600 за неделю, да нигде. И то это не окончательный еще результат. Так что вот так вот. Обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки и спасибо всем за внимание, всем пока.